Добрый вечер всем! Арт-студия «Солнечный ветер». А кто увидит нас, то сразу ах! Нет. Давайте все вместе. Обалдеть! Начнем! Правда о жизни КВНщиков в семье. Дорогая, у меня сегодня репетиция. Я пойду? Конечно, иди. А ты не обижаешься? Нет, все нормально. Ты правда не сердишься? Не сержусь, иди. А тебе не будет без меня скучно? Я найду чем заняться, я посмотрю ток-шоу, я с детьми поиграюсь, маме позвоню твоей. Маме-то зачем? Ну что, все, сиди держать. Ой, прости, пожалуйста. Девочка, не уходи, пожалуйста, останься. Что ты вернулся? Все нормально. Пошел, иди, ты же мужик. Давай я все отменю. Ну как же можно все отменить? Ты же своими гениальными пальчиками шнурочки уже завязал. Тебе же это важно. У тебя репетиция. А жена в очередной раз посидит дома. Ой, прости, что-то я несу вообще. Вчерашние огурцы виноваты. Огурцы. Это не я, все. Морду тебе набить, о господи, прости. Это не я, это она, все, иди. Вот только опусти ногу. Это будет последний шаг в жизни. В нашей с тобой, Димочка, жизни последний шаг. Мне уже никуда не надо. Жесток. Хладнокровный убийца скрывался под недоношенной внешностью. Кем ты там? Инженер-гидравлик. Инженера-гидравлика, я пошла на кухню. Зачем? Ну как же, нужно к твоему возвращению хорошенько наточить сковородку. Дорогая, не начинай. Я именно начинаю, Димочка, тебе можно, мне нет, я тебе сейчас сделаю. Мы начинаем, Каванчак. А кто видит нас, тот сразу ахнет. Это еще почему? Ну как же, два симпотных мальчика. Две зачетные девочки. Просто идиллия. Дима, у тебя, кажется, сердце болело. Нет, прошло давно. Значит, не за тобой. Угу. Женщина, вам чего? Вот директива. Я выступаю с вами, Лидия. Браво! Оркестр на Титанике. Доигрались. Невозможно. Почему? Ну как вам объяснить? Возрастное несоответствие. А вы мухло, человой молодак. Ой, а вы хамло, молодой человек. Вот видите, куда вы подходите? У вас и память какая. Да я всего Пушкина наизусть помню. Да вы даже не его маленький помните. Не обижайтесь, но нам не нужны люди в команду. Да я готова сыграть даже собаку. Вон. Нет! А ты посмотри, да? Все это, Саш, как-то неправильно. Ангелина, не нужно делать в жизни только то, что правильно. Ты, как закомплексованная невеста брачную ночь. Нашел время выпендриваться. Так вы не понимаете, ведь Лидия в нашу команду, как слово параллелепипед в кроссворде в ответ из трех букв. Что? Что? Чё? Что чё не вписывается? Дайте мне шанс. Возьмите. Миниатюра попка дура. Красивая попка! Дурак! Ништяк! Нет! Какой ништяк! Какой ништяк? Что это так громче? Я даже могу спросить, каким местом эта миниатюра была придумана. Не надо отвечать! Что вам надо?
надо? Зачем вам КВН вообще? Да я просто хочу, чтобы обо мне все услышали. Ну так потеряйтесь на вокзале. Все услышали. Вы-то тут при чем? Так, прекратить сопли. Есть. Не есть, а просто прекратить. Давайте кубик Рубика. В смысле? Соберитесь. Аня, объявляй финальный номер. Все хорошо, что хорошо кончается. КВНчик в семье, часть вторая. Возвращение. Да-да, я вернулся. Супер. А ты на часы смотрел, ты знаешь, который день? Понедельник. Нет, вторник. Не смешно. Послезавтра. Я поняла, тебе КВН важнее. Я набираю детей и ухожу от тебя. Да ты с ума сошла, я же люблю тебя. И только тебя. Правда? Только одну тебя. Хочешь больше никакого КВН? Я. И дети. И дети. И мама. И мама. Ну конечно же. Нет. Пусть будет все это и КВН. Я ж понимаю, тебе это важно. Ты у меня самое-самое. Ну что ж, отметим в ресторан. В спальню. Пойдем покажешь мне визитку. А капитанский будет? Конечно, будет капитанский. Увидим, как ты справишься с музыкальным домашним заданием. Особенно строго. Там будет кто-то еще. Зачем нам третий? Ну ты же КВНчик, придумай что-нибудь. Стэм! Да! Ты готовься! Мама готова, сестрёнки! Мы начинаем КВН! Ваша вызов.